Приветствую на канале. В этом видео хочу показать прививку винограда пасынкам. Есть вот такая лоза. Это виноград Ламборджини. Также в этом году его прививали черным в черное. Окулировочка была. Вот видно. И думаю, вы знаете, что вот до гроздей нужно убирать все пасынки. Я специально пару штук оставил для прививки. Вот у нас одна гроздочка, вот пасынок, только что я его привил. Вот еще одна гроздь. И также был еще один пасынок. Вот я взял здесь два пасынка. И также есть еще сорт Богема. Тоже взял с нее пасынки. Также, в принципе, подходит по диаметру. Тоже в районе 4-5 мм. Вот один и вот второй. И сейчас покажу уже на кустике, как я прививал. Так, переместился на куст, на который прививал виноград. Вот первая прививочка Богема. Я ее уже укрыл, сейчас не буду открывать. Дальше идет два Ламборджини. Вот первый, вот второй. В основном я делал прививку в расщеп. И чисто для теста сделал одну прививочку улучшенной капулировкой. Она чуть-чуть сложнее делается, но по идее, срастание должно быть немножко лучше, чем в расщеп. Ну, а все остальные делал в расщеп. То есть, по классике, как обычно, на подвое рассекается. Привой делается клинышек. Все это вставляется и заматывается ленточкой. Прививка зеленым-зеленая. Самое главное взять, потом это все дело затенить. Можно взять, например, тот же листик. В общем, одной рукой неудобно показывать. Завернуть его вот таким образом, повесить прищепочку. Можно чуть выше повесить, чтобы прививка не пеклась. То есть, ладно, уже покажу. Тоже вот еще одна в расщеп. Вот такая будет. Тут был листик, то есть я его удалил. Так же самое на этих прививках. Вот здесь в пазухе был лист, тоже удалил. Они уже такие большие были. Ну и здесь был листик, также удалил. Это, получается, я делал на лозу, которая пошла с почек, с прошлогодней. И есть еще вариант, сейчас покажу, делал, получается, пасынок в пасынок. И вот второй вариант. Уже, получается, я сделал пасынок в пасынок. Вот у нас идет этого года лоза. Вот у нас пасынок идет с пазухи. И сделал я в расщеп. Получается, пасынок в пасынок. Здесь я привил две богемы. Это я пока что, так скажем, тренируюсь. Хочу посмотреть, как будет получаться. Возможно, в будущем использовать данный тип прививки. Данный тип прививки, так скажем, пасынком является интересным, потому как мы не обрезаем главную лозу, что дает нам ее хорошо выгнать за сезон. И вариант дополнительно ее размножить. Посмотрю, что из этого получится. Потому как у нас уже 20 июня в этом году. Из-за заморозков там часть виноградников пострадала. Сроки посдвигались. А так вообще нужно делать приблизительно до 10 июня. А то и даже до 5. То есть приблизительно в такие сроки. Прививку, как обычно, выполняли китайской лентой с Алиэкспресса. Также можно и у нас ее купить. Цена там смешная за моток. $1.50. Это вода была, куда я кидал пасынки для того, чтобы они не иссыхали. Прививку делал лезвием. Если есть очень хороший нож, можно ножом. Но обычно в той толщине, когда 4 мм, лучше использовать именно лезвие. Потому что ему аккуратно можно подрезать. Ну и очень хорошая острота. В принципе, все. Ну и бирки для того, чтобы не потерять то, что мы привили. То есть подписать виноград. В принципе, все. Как выполнять прививки в расщеп, окулировки, капулировки и так далее, можно посмотреть на канале. Тут я показал чисто вариант, что вот можно на данный момент сделать такую прививку. Ну а как именно прививать в расщеп или же капулировка, окулировка, я оставлю ссылочки в описании. Решил я, так скажем, не повторяться
и не показывать одно и то же по 200 раз. 20 июня. Сделал вот такую прививочку. Посмотрю, как приживется. Ну и заодно в конце сезона покажу, как у нас вырастет к этому времени прививки. По прививке пасынкам, в принципе, все. Сейчас покажу общим планом прививочки, которые были выполнены до этого. То есть уже подросли. Также те, которые стояли, некоторые тронулись в рост. Вот у нас червона троянда пошла. Это у нас, в принципе, в том видео тоже пошла. Вот еще две стартанули. Прививка черным в черное. Еще пошла одна и вторая. Вот прививочка черным в черное с секатором. Здесь аватар. Решил оставить две лозины, потому что на весь рукав получается 5 прививок всего, чтобы они не жировали. То есть вот как Lamborghini идет, такая хорошая, толстенькая. Здесь оставил две грозди для того, чтобы не жировало. Ну и дальше буду оставлять пасынки. В общем, посмотрим в конце сезона, как вырастет. Вот бананасик. Тоже хорошо идет, в принципе. Вот еще одна прививка пошла. Чуть-чуть стояла дольше остальных. Тоже пошла. В общем, практически все прививки стартанули и уже растут. Все, друзья, пока-пока. Смотрите другие видео по прививкам. Там найдете для себя варианты прививки винограда. Всем удачи, всего доброго.